Под воду в эти выходные уходит не только спецтехника, но и целые улицы. Уральская Венеция – так в интернете прозвали поселок Яйва Александровского района. А все потому, что накануне там центральные улицы превратились в настоящие каналы. С наступлением весны талые воды заливают дороги в районе перекрестка Заводская-Парковая. Да так, что машинам приходится не ехать, а плыть. Протяженность участка, оказавшегося под водой, составила 60 метров. Жителям этой улицы явно не повезло. Их дворы не только затопило, в домах еще и исчезло тепло, так как подтопленными оказался и участок тепловой магистрали. Водосток не справляется. Может быть, примут решение, что вообще вскрывать летом на водосток, обратить внимание. Может быть, где-то засор в трубе, потому что у нас, к сожалению, это второй год вот так вот. Именно в этом месте там низина улицы. Но это вот рядовая ситуация, к сожалению, для этого места. Проблему решили только сегодня утром. Коммунальным службам все-таки удалось расчистить канавы и водостоки.